Это первые кадры с места крушения грузового Боинга турецких авиалиний. Самолет рухнул на жилые дома недалеко от аэропорта Бишкека. В столице Киргизии врачи борются за жизнь одного из членов экипажа, выжившего при падении турецкого грузового самолета. У мужчины многочисленные переломы и сильные ожоги тела. По официальным данным Минздрава республики, жертвами трагедии стали 16 человек, среди них 6 детей. Большинство погибших на земле. Самолет рухнул на 2 частных дома. В одном из них проживала семья сотрудника аэропорта. В эту ночь он был на дежурстве. На месте крушения не прекращаются поисково-спасательные работы. По данным турецкой авиакомпании, на борту грузового судна находились 4 членов экипажа. Пока найти удалось лишь 2. В Тверской области сегодня утром разбился грузовой самолет Boeing 747, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул. Это авиакомпания Turkish Airlines. На месте работают бригады скорой помощи, спасатели и МЧС. Аэропорт Манас на данный момент не принимает и не выпускает воздушные суда. Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершал рейс Гонконг-Бишкек. Он упал в нескольких километрах от аэропорта Манас при заходе на посадку. Причиной крушения, по предварительным данным, стали плохие погодные условия. В Бишкеке сейчас сильный туман и ветер.